Всем привет, друзья! И снова, как всегда, с вами Артём. Сегодня, как и обещал, будем играть бой наугад. То есть будем выбирать персонажа, за которого мы будем играть наугад, и соперника нам будет выбирать наугад компьютер. Не так, что я буду за сильного кого-то играть. Может, я буду за слабого играть, против меня сильный. И посмотрим, выиграю я или нет. Покажем хорошее противостояние. Поехали! Идет загрузка у нас на данный момент. О, все, прошла загрузка. Нажимаем режим боя, нажимаем в бой. Играть мы будем за легкий вес случайных персонажей. Вот. Нажимаем R3 и, как видите, все, мне самих персонажей выдает. Сам компьютер мне выдает персонажей. Юраджих Фабер как-то, я по-английски не умею читать, прочитайте сами, друзья. И Том. Имя Том я прочитал. А дальше не могу, по-английски больше я не умею тут ничего прочитать. Фабер могу прочитать, но имя его не могу прочитать. Юрджах какой-то. Прочитайтесь и разбирайтесь в английском языке и поймете сами, кто это из бойцов UFC. То есть, ну... Я играю за вот этого, у которого дреды, прическа белая. Чтоб вы понимали, за кого я играю. Мне компьютер кого дал. Сейчас я даже не буду двигаться специально, чтобы вы понимали, за кого я играю. Пусть бот первый начнет двигаться. Так, главное не пропустить, вам показать. О. Легкий вес, возраст ихний, рост ихний, вес ихний и размеры ихний. Можете посмотреть. Смотрите, будет первый компьютер двигаться, я ничего нажимать не буду. Вот за кого я играю, с дредами, видите, друзья? Оп, я подвинулся. Ой-ой-ой, как хорошо! Этот с дредами что-то может. Я так понимаю. Сейчас мы попытаемся его пробить немного. Ой-ой-ой, ножку дали. Ой-ой-ой, дали по лицу. Ой-ой-ой, еще раз. Ребята, смотрите, этот молодой у нас, походу, он моложе, так я понимаю, по виду. Но там я не знаю, моложе он или нет. Он пытается нас наклепать, но у него пока что ничего из-за этого не получается, друзья. Оба! Оба! Ой-ой-ой, ой-ой-ой, попал! Друзья, ничего не скажем, попал, пацан. Тихо, 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 брат. Оп! Оп! Ай, не попали, друзья, видите? Атакует, атакует! У него уже личико красное. Он так и не понял, с кем он еще связался. Сейчас мы ему дадим немножко. Оп. Не попали. Оп. 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 Да у него и руки, в принципе, неплохие у этого с дредами. Он неплохо так дает, друзья. Но этот молодой, если я так понимаю, долго еще держится. То есть... Долго-долго держится. Держится, молодец, молодой. Молодой, да. Ай, не попали, а было бы хорошо, друзья. Давайте попробуем так. Ой, молодой, красавчик молодой. Ой-ой-ой-ой-ой, а голова-то у него потрясается потихонечку, друзья.
у молодого. Да и корпус у него, походу, уже не железный. Ой-ой-ой, как он нам стрельнул в ногу, друзья. В ногу стреляет. Смотрите, друзья, в ногу стреляет. Не, надо вот это прекращать, молодой. Ты что делаешь, молодой? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, в ногу он нам прострелил, конечно, хорошо. В ногу он нам прострелил, друзья, конечно, капитально. С одной плюхи в ногу он так нам дал, что мы чуть не очухались. Так, друзья, идем во второй раунд и посмотрим, пожмет ли нам руку молодой. Протянет, точнее, не пожмет. Протягивает. Молодец, мне такие нравятся. Нет, друзья, ну он так неплохо. В принципе, клешнями машет. Ай-яй-яй, впоследок дали. Ай, друзья, дали. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой, друзья, давайте еще раз ему дадим. Вы же не против, я думаю, друзья. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Он попал или мы подскользнулись? Скорее всего, подскользнулись, друзья. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. Что он делает с нашей ногой? Молодой, это не серьезная драка. Молодой, мы так не договаривались, молодой. Посмотрите, друзья, у нас вообще нема выносливости, но молодой ничего такой. Вроде как, но выносливости у нас вообще мало. Молодой нас может схавать, друзья, схавать, нефиг петь. Тем более у нас ноги нема одной. Грубо говоря. Схавать может, но сейчас схавает. Вот, ногу цепляет, снова ногу цепляет. Будем пытаться добить его как-то. О, друзья, вот это он попал капитально. Капитально попал, друзья, капитально. Друзья, он попал, конечно, по нам капитально. Ай-яй-яй, друзья, ноги отбивает. Посмотрите, блядь. Молодой нахуй раздухарился. Друзья, нельзя так просто с ним играться, друзья. Он может нас вынести. Нет, друзья, он серьезно машет. Не, машет он серьезно. А поначалу не представлял никакой угрозы, друзья. Забил, забил, молодой. Забил. Давайте возьмем с ним реванш, попробуем. А молодой забил. Начнем заново бой. Видите, как молодой нас ушатал неплохо, друзья. Вообще неплохо, в принципе. Ну ничего, сейчас мы будем мстить ему. Я уверен, что в этот раз уже у молодого мало что получится. Молодой, отойди. О, братан. Ой-ой-ой, молодой. Куда, куда, брат? Куда, куда, братан? Зачем? Бессмысленно, молодой, посмотри, прыгает он, оп. А то, что прыгает он не понимает, что вообще с ним происходит. Посмотрите, молодой, там молодой, успокоиться не может, лезет в бой. Ой, ой, молодой, ой, 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 ой. Что происходит с тобой, а? Молодой, молодой. Не знал ни грехов порой. Друзья, вы же понимаете, что в этот раз... О, попал. Молодец, молодой. Попадает. Смотрите, он включается после того, как ему пару плюх хороших накинешь, он включается, этот молодой.
Оп, молодой, что ты там? Ты что, молод? Молодой, ну куда ты это рвешь-то, ломишь-то, молодой, ты чё? Ой, молодой, что-то ты падаешь, даже добивать тебя не хочется, друзья. Друзья, посмотрите просто. Оба. Молодой, что-то у тебя лицо разбито, молодой. Молодой, молодой, молодой. Я вам уже песню тут пел, друзья. Молодой. Будет называться «Молодая смерть». Не, друзья, ну мы его так не оставим просто уже. Ай, молодой пошел в борьбу, все. Он уже, думаю, по борьбе нас клепать. А, снова в ногу, да, молодой? Ай-яй-яй. Ай, что такое, молодой? Ой, молодой, еще под конец дали тебе. Друзья, закончился у нас первый раунд, с ним пошли снова во второй. Но в этом раунде веду я, как и в прошлом, в принципе. Но выносливости у него больше пока что. Но я не думаю, что это ему уже поможет сейчас. Так, прямо. Капитально. Он уже подвыгорел, я так чувствую. Ну, по крайней мере, я так вижу. Ну все, молодой, брат. Иди сюда, вау. Ебать, он упал, друзья, вы просто видели это? Посмотрите этот повтор, друзья. Он просто вырубился, как лошпед, ну вообще просто. Посмотрите этот момент, я переключаю на повтор. Как это четко было. Ох, молодой, ой, посмотрите просто еще раз. Просто все, бам, и все. Голову потрясло, как в реальной жизни. Друзья, вот поэтому UFC 3 офигенная игра. Тут бои происходят, как в реальной жизни. И я уверен, что в четвертой части еще много чего доработают. Поэтому сам ее куплю и посоветую вам купить, когда она выйдет. А когда выйдет, я не знаю, выйдет ли она на PlayStation 4 или нет, UFC 4. Если выйдет, то будет очень круто. Но также будет еще много игр на PlayStation 4 у меня, потому что так же самое я ее приобрел недавно, и поэтому ждите. Вот заказал игру Infenius или Infenius, второй сын называется, друзья, чтобы вы понимали, игра. Она вышла в 2014 году, но очень интересная. Там, где он бегает, стреляет огнем и все остальное. Скоро на нее будут обзоры, конечно. Ну, как заказал? Хочу заказать, но скоро, думаю, закажу. Она будет, дадут зарплату здесь. И я сниму на нее тоже видеообзоры, естественно, друзья. Так, друзья, и что предлагаю на этом сделать? Начать третий поединок с ним и закончить его в первом же раунде. Попробовать молодого в первом же раунде наклепать. Так, это третий завершающий будет. Кто победил, тот и победил. То есть, ну... Потому что первый он меня выиграл бой, второй я его выиграл бой, а третий можно сделать завершающим. Кто останется победителем в этой серии турниров трех поединков. Так что можете посмотреть, друзья. Не, ну молодой тут уже просыпается, друзья, просыпается. Ой-ой-ой, молодой. Тихо, тихо. Ой-ой-ой, молодого, молодого, дадим ему, оп. Ой, молодой, он нас подшатнулся уже первый раз.
Попробуем закончить в первом раунде поединок, друзья. Но я не могу обещать. Так, друзья, не будем тратить выносливость пока что, бесполезно. А молодой снова по ногам идет, друзья. Ай, блин, друзья, не хватило выносливости добить. Ой, попал, друзья, молодой дает. Друзья, не чувствую я, что мы закончим его в этом раунде, это поединок, но попытаемся, по крайней мере. Ай-яй-яй, не закончим, похоже, друзья. Да. Не закончим, друзья. Видите, молодой не дает, с ним весь раунд стоишь. Ну давайте второй начнем тогда, друзья. Но это завершающий у нас поединок. Так что планируем, ну, посмотрите до конца его. По ногам, смотрите, снова по ногам молодой дает. Не, ну в этом раунде мы его закончим. Либо он, либо я уже. Меня окончит, то есть, ну, у каждого своя цель. Он нас на этом моменте ловит, у него выносливости больше. Ну ничего, мы не сдадимся после этого момента, друзья. Друзья, мы сейчас близкую с ним пойдем, смотрите. Он на отдали хочет нас наклепать. Нет, друзья, мы ему так просто не дадимся, правильно? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, друзья, это было жестко. Я вам скажу честно, очень жестко, друзья, очень-очень жестко. Молодой, смотрите, пришел в себя, отбил ножку. Это будет как первый раз у нас был. Походу, друзья, молодой нас оторвет от почвы. Посмотрите, что он делает. Ну просто посмотрите. Он рвет, он делает. Вопросов нет, он делает движение и ногу отбивает при этом же. Мы его даже достать не можем. Друзья, он все, он делает. Все, он делает, друзья. Но он делает серьезно, друзья, серьезно делает. Ничего не скажу, делает серьезно, друзья. Это тяжелая борьба, но делает он серьезнее, чем мы уже, все. Он падал, но... Ноги, вот это, походу, слабость нашего этого бойца, я так понял. Просто, друзья, молодой просто разрывает. Он просто разрывает. Друзья, вот посмотрите. Все, прибил, сука, скотина ебаная. Посмотрите, как радуется, черт ебаный.